шаги. Это девушка. Ей лет 30-35. Примерно 1,60 м. Брюнетка. Каблуки очень высокие. Такой туалет уместнее надевать вечером. Ее духи. Шанель номер 5. С вами кто-то шел? Нет. У вас есть туфли на каблуках? Нет. А лодочек на среднем нет в сумке? Нет. Кто вы? Я Юрий, тренер. А что вы здесь делаете, тренер Юрий? Тренирую. Значит, вы Юрий, тренирующий тренер. Не выезжать из Европы! Но я должен поехать в Азию. Ладно. Не выезжать из Европы и Азии! У нас назначен матч в Бразилии. Хорошо. Не выезжать из Европы, Азии и обеих Америка. Хорошо. А где этот знаменитый футболист? Он находится на поле для тренировок. Что ж, займемся господином Бизу. Я устала от его пошлых смс-ок. А фотки? Он меня завалил своей обнаженкой. У меня уже не телефон, а порносайт, ну реально. А я с ним живу. И меня он по всему дому гоняет с членом наперевес. Фу, что на него нашло? У него либидо зашкаливает. Кроликам и не снилось. Ты же сказала, что кормишь его гормонами. Ну да, он уже почти транссексуал. Он, похоже, виагру пачками ест. Я не знаю, насколько меня хватит. Просто сейчас, когда секс отпал, нам приходится общаться. И, кажется, он начал что-то подозревать. Правда? Да. Ну, может, одной из нас переспать с ним? Ты в своем уме? Ну, нет. Просто, чтобы выпустить пар. Прошу, не надо. Пожалуйста, не надо. Думаете, что я могу сорваться? Вот что, я это сделаю. Что? Ради общего дела. Ты же считаешь, что он так злостный социопат? Так и есть, но мне просто не хочется, чтобы ты шла на этот ненавистный акт. Я это сделаю. Я все равно уже остыла. Да брось. Что-то вы совсем не верите в меня. Придумала. Моя подруга это сделает. Нет, исключено. Мы не станем снимать проститутку для моего мужа. Она не проститутка. Просто всем дает. Все, разговор окончен. Я это сделаю. Я это сделаю. Тогда и я с ним пересплю. И я тоже. Ладно, камень, ножницы, бумага. Победитель спит с моим мужем. Серьезно? Да, другого пути не вижу. Один раз или до двух побед? Один раз. Ну, ладно. Выиграла Эмбер. Ты не возражаешь? Да нет, мне вообще все равно. А что? Чувак, ты же теперь миллионер и женишься на такой горячей штучке. Так что, выходит, я был уж не таким плохим отцом, согласись. Ну да, хочешь полюбоваться на результат? О боже, ты на игле? Кто твой поставщик? Я надеру задницу этому ублюдку! Это инсулин, придурок! Я диабетик из-за того, что ты каждый день кормил меня сладостями на завтрак! Но ведь ты сам просил их! Ты должен был сказать нет! К 20 годам я весил 180 килограммов! Знаешь, как тяжело таскать такой вес! Ладно, я не знал, что делал. Мне никто не помогал. Дед твой был психопат, и ты знаешь это. Хан Соло, ну не надо так со мной, я же ведь хороший человек. Не называй меня так, ладно? Теперь меня зовут Тот. Себя называй Хан Соло, ты одет прям как он. Неплохо. Тот, гости приехали, пойдем. Ладно, дружище, идем повеселимся, у нас вечеринка все-таки. Стой. Хороший человек. Может, галстук наденешь? Это коктейльная вечеринка, а не открытие помойки. Чего? Я не носил галстук со дня похорон матери. Мне было 3 года, и не собираюсь его носить. А сегодня придется надеть. Не стану. Надевай! Сейчас же! Я ни за что не прогнусь. Я дам тебе 100 баксов. Где галстук? Все только для вас. Это же таймшер. Ну, это называется таймшер. Вы представьте, на 2 недели у вас свой дом, только в вашем пользовании. Не надо ни с кем делить ванну или делить тостер. Ничего. Надо. Ноль. Вы хозяйка своих владений. Мой племянник узнал про этот район по компьютеру. Племянник? Миссис Дарби. Он говорит, в этом квартале живут одни черные.
Производство From Out of Nowhere. Вы правы. Вы правы. Дом в довольно бедном квартале. В основном там черные. И знаете, я рад, что вы узнали. Честно. Иначе я бы сделал то, чего потом бы стыдился. А именно, что продал вам этот таймшер. Там вам было бы страшно. Но еще бы не было. Конечно, было бы. Было бы. Мы оба знаем. Я понимаю, что могу показаться расистом. Черные парни любят белых женщин. Любят. Уж не знаю, в генах ли дело, или общество виновато. Можно вечно спорить о природе и воспитании, но наукой доказано, что черные парни не могут насытиться белыми женщинами. Думаю, что и в вашем возрасте нельзя избежать приставаний. Нет, мэм. Этим здоровым черным самцам все равно, молодая вы или старая, тощая или толстая, здоровая или ниже колен у вас два сморщенных огрызка. Им нужна ваша плоть. Они жаждут ее. Сказать по правде, я сам частично черный. И не будь я женат, я бы прямо сейчас набросился на вас и отделал бы собачьи. Представляю вас там, совсем одна, в большом доме, утопая в море черных членов. Я беру. Мудрый шаг. Поставьте свою закорючку, где пунктир. Вон же еще полежит твой родитель. Чуть не застукали нас прямо в кустах. Да. Стэн, мы познакомились после колледжа. Господи! Ой, прям как первая наша зачем брачная ночь. Зачем это сделали? Зачем? Что она тебе делать? Джефф, ты такой серьезный. Ты видишь там на я Джефф, он серьезный. А чего ты такой серьезный? Тише, перестань. Перестань меня лизать. Послушай меня. Да. Я буду сверху. Я буду сверху. Карен, Карен, мне это не нравится. Карен, прошу тебя. Я не в настроении сейчас, дорогая. Мне совсем не хочется. Прошу тебя. Обними. Карен, какой обними? Наши соседи шпионы. Обними. Смотри на них. Сейчас пойдут наверх и займутся сексом, даже не думая о нас. Ты разбил мне сердце, Тим Джонс. Разбил мне сердце. Послушай, это ресторан Чилис. Он мексиканский. Ну, может, хватит уже обсуждать этот ресторан. Итак, думаю, можно убрать Стейси. От нее никакого толку. Знаешь, что такое рыбогриль? Что? Такая штука. Джефф рассказал сегодня. Это такой робот. Он чистит барбекю. Надеюсь, это не станет проблемой. Что? Первое правило работы. Не сближайся с объектом, помнишь? Да, но вообще-то первое правило работы – не влюбляться в напарника. Нет? Разве не это первое? Тим Джонс, что же мне с тобой делать? М? Я не знаю. Не знаешь? Не знаю. Есть пара идей. И у меня есть идеи. Правда? Мне начинать? Да пора бы. Ладно. Вот это может быть проблемой. Мы вывозим ваше дерьмо. Ближе к Рождеству. Там, где жара. Пранги! Нет! Закрой кран! Ранги, заверни кран! О, мать твою! Заверни кран! Дерьмо. Дерьмо!
Оно самое, брат. Гавард, ты чё там в труселях красуешься? Решил подзагореть. Отработайте в папину смену, тупицы. У него опять похмелье ему до балды. Нет, нет, мы 17 часов отдежурили, да. Еще не спали даже. Мама так распорядилась. ПИ ВНВ. Что за ПИ ВНВ? Проблемы индейцев вождя не волнуют. ПИ... Дерьмо собачье. Нет, дерьмо человечье, приятель. Это наш заработок. Итак, слушайте сюда. Обезьяны, вы беспонтовые, сели в грузовик и покатились. До скорого, лохи. Поешь и танцуешь, в будущем ожидай, что не знаешь. Бум-бум. Так давай веселись, пока ребенок. И не забудь, что молодость не вечна. Давай, подевай! Да ты мой ангел, да. Мой бесценный ангел. Я скорей! Возьму! Стой! Да, мать твою! Стой! Ну ты и паскудник! Что естественно, то не стыдно. Хочешь сыграть в игру, которая навсегда изменит твой мир? Ну что ж, да. Играть? Хочешь играть? Конечно, да. Игра запущена. Поиск призраков. Призраки не найдены. Эй, Раги! Какого хрена ты творишь? Кончай! Ты чё? Сядь уже на место. Не глупи. Что ты делаешь? Я ищу призраков. С этой прогой можно увидеть призраков, но я не вижу. Ты про души умерших? Да. Это как в той игре, где надо было странных монстров собирать. Что? Находить и ловить при помощи смартфона. Круто, парень. И сколько можно залипать там? А что еще делать, когда мы 3 часа едем? Как что? Побеседовать, например? Со мной? Вербальная коммуникация, обмен информацией при помощи рта. Забыл? Ты хочешь со мной при помощи рта чем-то обменяться? Не тем, о чем ты подумал, нет. Но вот насчет побеседовать, да. Тогда ладно. Давай побеседуем. Начинай. И начну. Играй. Обнаружены призраки. Тормози, давай! Вот дерьмо! О, дерьмо! О, да, да, малыш! Обнаружены призраки. Ты только посмотри! Обнаружены призраки. Это призрак! Графика в этой игрушке улетная. Брат, зацени! Ты издеваешься надо мной? Я думал, мы собаку сбили или еще что? Ты с ума сошел? Чертов телефон! И как же его ловить? Коснись дважды, чтобы поймать. Да? Вот так! Видел это? Ты что, друг? Ты чего? Что с тобой? Я не знаю. Это было как будто мне нож в затылок вонзили. Опухоль мозга, возможно. Никакая это не опухоль. Возможно... Говорю, не опухоль. Ладно, ты... О, друг, ты с таблетками не переборщи. Забыл, как в тот раз упоролся? Кричал потом про пришельцев что-то. И моей тете дал пинка. Это всего раз было. Что еще за хрень? А? Некропот. А, я про них читал. Да, их натыкали повсюду. Они вроде супер-пупер-передатчиков, как-то так. Поэтому и графика высший класс. Стоп, эта хрень имеет отношение к твоей игре? Хорошо, что напомнил. Здесь где-то Рейф ошивается. О, да, смотри, смотри! Друг! Ха-ха! Обалдеть, да? У меня от этой штуки мурашки. Да, невероятно. Идем, мы уезжаем.
Почти готово. Выбирай шмотки и идем. Подожди. Ну, а это закупается на распродаже. Какая она? Мы едва знакомы. Милая? Милая, заткнись. А вот и она. Шарлотта, Элиза. Элиза, Шарлотта. Привет. Шарлотта в команде по фехтованию. Да ладно. Не похоже. У нее стипендия. У нас новый тренер. С прошлым случилось несчастье. Мертв как диско. Элиза. Я его встретила. Правда? Мертвяка? Нового тренера. Говорят, он секси. Не знаю. Кажется интересным. Интересный. Он показал свой меч. Элиза. Да ладно. Это... Ты должна всех поразить. А что не так? Сиськи и задница. Пойдешь с нами? Не знаю. Она не знает. Идем. Я устала. В другой раз. Да, в другой раз. Ладно, как я выгляжу? Трахну тебя. Вперед. Вперед, шлюшка. Мария, чертова Шарлотта. Она девственница. Не надо. Николь, очередной проект, как в шоу. Студенты North Summit.